Ой-ой-ой, какой, а! Боюсь, что леску порвет. Прям я видел, такой пузатый аж. На блесну играл. Он, видно, подошел, смотрел долго на блесну, не брал. Маленькую мормышечку опустил, и тут же он попался. Осталось его только вытащить. Так, торопиться не буду, потому что леска очень тонкая. А он активный такой, прям плавает туда-сюда. Так, ну где он там? Вот он, вот он, вот он. Хо-хо-хо-хо-хо, это победа, ребята, это победа. Ух ты, вот это да, вот это класс. Смотрите, ну не знаю сколько, грамм 250, наверное. Отличный окунь. Хотел я сегодня поймать рыбку покрупнее, и вот, наконец-то.